Здравствуйте, друзья! В эфире очередной выпуск программы «Ротари и ротарианцы». И сегодня у нас в гостях две интересных, замечательных женщины. Еще не ротарианки, но надеюсь, что когда передача выйдет, они уже станут членами «Ротари». Дина Крюкова и Ольга Лубиная. Скажите, пожалуйста, какое событие сегодня вас привело вот сюда, в это уютное заведение? Сегодня заявили о нас как о состоявшейся инициативной группе, которая изъявила желание идти в движение «Ротари», быть настоящими ротарианцами, и представили нас губернатору дистрикта, которая подписала документ о том, что мы инициативная группа, идущая с намерениями. Мы заявили о себе в данный день. Мы также представили свои проекты, которые у нас есть, и самый важный проект, о котором мы сейчас хотим вам рассказать и представить, и показать, что нас вдохновило, нашу группу, и что мы будем делать в ближайшее время. Это благотворительный аукцион для сбора средств для деток онкобольных, который пойдет на препараты деткам онкобольным и на препараты химии. Я передам слово Оле Лубиной, которая больше и подробнее расскажет об этом. Это ее детище, которое, в принципе, нас собрало вместе. Ольга, мы ждем информации о вашем благотворительном аукционе. Пожалуйста. Толчок благотворительному аукциону дала вот эта книжка «Сборник сказок. Зерковье казки. Истории чудо помогают верить и та жити». Эту книжечку написали известные харьковчане и киевляне, и даже Светлана Александровна Горбунова-Рубан, которая является ротарианкой. А, в общем-то, это известные писатели, журналисты Сергей Жадан, Евгений Комаровский, Мария Бурмака, «Танок на Майдане Конго», Лада Лузина, писательница, то есть масса интересных, такой звездный совершенно состав. Почему это звездоря не казки? Это потому что и звездное небо, и потому что это звезды, и потому что это тот свет, который находится внутри, в душах каждого из нас. И вот каждый завтра подарили эту частичку своей души деткам, написав сказку для деток, которые борются с онкологией в харьковских больницах. И все средства от продажи этой книги идут на покупку препаратов. И, в общем-то, мы подумали, что книга – это здорово, но какими-то надо еще акциями привлекать внимание нашего города. И вот мы подумали, что первая акция, которую будет делать наш ротарианский клуб, это благотворительный аукцион в помощь деткам, которые борются с онкологией в наших харьковских двух больницах. Скажите, пожалуйста, а из других клубов ротарианцы, из других городов могут принять участие в этом аукционе? Мы очень надеемся на это, очень. Да, у нас есть сейчас два, так скажем, спонсора клуба, которые нас готовы поддерживать. Первый – это Харьков Мультинешнл, который предоставляет для аукциона нам картину, и Ай-клуб Киева. Но он не совсем Киева, это бывшие ротарианцы Симферополя, Крыма, Донецка, которые вынужденно переехали, они организовали клуб, Ай-клуб, да, Ротари, и они нам тоже выделяют картины, и они будут принимать посильное участие, мы их пригласили, и я надеюсь, что остальные клубы нас тоже поддержат, потому что сегодня было заявлено об этой инициативе, об этом действии, которое мы будем совершать к Дню Святого Николая, то есть 19 декабря. Вот, мы всех ждем в гости и надеемся, что наш клуб будет плодотворным. Спасибо. Я надеюсь, что ротарианцы, которые нас сегодня видят и слышат, тоже примут участие в этом аукционе. Со своей стороны могу обещать, что Ротари-клуб Днепропетровск с удовольствием вас поддержит и будет активным участником этого благотворительного аукциона. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, а будущему Ротари-клубу, пятому Ротари-клубу в Харькове, я желаю быстрее родиться, быстрее состояться и вливаться, активно вливаться во всемирное артарийское движение. Успехов вам! Спасибо большое, обещаем, так и будет. Хорошо. Спасибо. До новых встреч в нашем эфире. Спасибо, до новых встреч. Спасибо. Доброго.